Йоу. Пока идет отсчет до 10, ты должен встать и продолжать драться. Ведь это только начало твоего пути, сгореть и возродиться заново, найти в себе силы подняться. Если ты чувствуешь боль, значит ты жив. Это не просто спорт, это порыв души. Так важно быть в гармонии с собой. В приоритете те, кто выбирает рукопашный бой. Твои страхи остались в прошлом, когда ты запустил этот наркотик под кожу. Порой бывает так сложно победить себя и добиться большего. Каждый новый день в периметре квадрата. Сейчас твои друзья — это перчатки и канаты. На вдохе чистый кислород заполнен твои легкие. На выдохе несколько раундов с ударами плотными. Ведь можно просто быть в ринге, а можно дышать и жить рингом. Удары, броски, захваты, блоки. Каждый найдет свой кайф в этом, и это навсегда похода. Ведь с каждым днем мы становимся выше. Остались в прошлом наши подъезды и крыши. Через года тренировок становимся старше. Бои в клетке или схватки на татами. Не проиграть своим слабостям и не предать самого себя. Вот истина воина. Единоборство глаза в глаза. Здесь останутся только лишь те, кто стремится стать твердым, как сталь. Время и труд подарят медаль. Победит сильнейший, один из миллиона. Это не просто куплет, это путь чемпионов. Смотри, где-то вдали летят все наши дни. Считав до 10, ты закрываешь глаза и видишь новый мир. И несмотря на сложности впереди, ты продолжаешь бой сквозь старания, терзания и боль. Глаза. Своя история. Те, кто искренне верит, могут судьбой поспорить. С уважением к прошлому мы запустили корни. Чтим подвиги предков, омытые кровью. Школа жизни, диалог поколений. То, что по-настоящему важно, во что мы искренне верим. Каждый пропущенный удар делает сильнее. С опытом приходят победы, и вот ты уже первый. Молодые и сильные, с любовью к России, открытой душой, кто бы что ни говорил нам. Те, для кого долг и честь — это не просто слово. Те, кто вписал новую главу в историю. Пусть нас не собьют с этого пути. Все, что нам мешает по жизни уверенно идти. Каждый новый шаг — это новый шанс, будь с ним. Твое будущее — это только ты. Время как река, словно мой путь, и я постигну высь. Настанет пора, когда мир будет полон добра. Мир будет полон добра. Пусть бывает шторм в моих морях, путь каждого
не просто, откровенно говоря. Но я сделаю все, что зависит от меня. Докажи свои слова делом. Все словят рамна.